это было 1 января. Это сложно забыть. Я, знаете, я не могу конкретно сказать, какой билет выигравший оказался, потому что у меня их было 6. И эти билеты я покупала все не в один день, а на протяжении... Ну, может быть, месяца, может быть, даже и больше. После того, как тираж прошел, показали по телевидению, мама позвонила, сказала, ты проверила свои 6 билетов-то? Выиграла? Нет, что-нибудь? Я говорю, ой, не проверила, сейчас зайду, проверю. Потом, когда все-таки зашла, все-таки получилось, сначала глазам не поверила, потому что 1 000 000 рублей, ну... Мне показалось, что у меня нолики в глазах двоятся, троятся. И 20 раз перепроверяла. Вместе с подругой мы открываем семейное кафе-бургерную. Для нашего района это очень нужное заведение, очень важное заведение. Потому что у нас в районе очень много детей. И семьям с детьми некуда просто выйти. Даже и просто людям, которые работают, некуда выйти пообедать элементарно. Я думаю, что... Позитивный человек, позитивно мыслящий, он всегда получает и может получить от жизни то, что ему нужно и что он хочет. Я никогда не играла для того, чтобы выиграть. Я играла просто потому, что мне интересно испытать удачу. Ну, мне просто интересно, вот повезет или не повезет.